собачьего. 17 сентября я, первая говорящая чихуахуа Софи, побывала на фестивале интерьеров в магазине красивой мебели Трюмо в роли приглашенной звезды. Алена, директор этого магазина, меня очень полюбила. Это говорящая собака? Я сама выбрала сиреневое кресло посередине салона. Потому что оно мне идеально подходит. Подходит же? Да? Ну и с него можно было наблюдать за всем происходящим вокруг. Конечно же, многие меня узнавали. И мы с моей догмаманей даже встречали наших поклонников. Нашу Софишку сегодня узнали. Да, привет. Наши поклонники, как тебя зовут? Маша. Лёня. А вы прикольные ребятки. Привет. Это видео. Это было видео. Пока. А если не узнавали, то все равно обязательно фотографировали. Потому что я няшность. Здрасте, здрасте. Здрасте. Привет. В общем, я работала приглашенной звездой. Да, отлично. Хорошо получилось? Нормально? Получилось? Может, еще раз? Нет, не надо. Ну ладно. Тетя, я не кошка, я собака. Привет, 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 привет. Куда мне повернуться, влево или вправо? Мам, только ты далеко не уходи, ладно? Столько народу. А известный телеведущий Марат Кас сначала меня испугался, потому что подумал... Почему вы меня испугались? Я что, такая страшная, по-вашему, Марат? Что вы подумали, а? Что он подумал? Я подумал, что подушка зашибит. Подушка? Я похожа на подушку? Я хочу на ее фоне. Здрасте. Это говорящая собачка? Да? У меня меньше. Да. Сфотографируйте меня на ее фоне. Мы на разогреве. Давайте, фоткайте. Скажи. А что сказать-то? Мам, что сказать? Здравствуйте, дорогие зрители. Итак, вы вас нашли. А что такое живая мебель? Это у меня к вам вопрос, как это думаете? Почему она живая? Вы знаете, так как я испугался собачку, то я не знаю уже, что подумать. Мы нашли сирень, вот такой у нас брендовый цвет сирени. Да вы просто захотели собачку. Конечно. Как собачку? Софи. Что? Софи, прекрасно. Спасибо, Марат. Мне нужен один человек, который... Это не так, где собачка взлетит. Куда взлетит? Что происходит? Что мы будем делать? Что происходит? Что мы будем делать сейчас? Алена? Мам? Какая она милая. Ну, еще я там немножко поснималась для фотосессии разной мебели. Может мне стать дизайнером мебели и выпустить свою коллекцию детских для двуногих, или спален для собак, или собачьих кроваток, или шкафчиков для собачьих вещей. Надо подумать над этой идеей. Привет, дядя, дай понюхаю. Да, мы теперь друзья. Здрасте, тетя. А зачем вы меня пальчиком тыкаете-то? А, мам, хочешь, чтобы я тебе лапку дала? На лапку мою, на. Я так могу очень долго сидеть. Ну вот и все. Не забывайте подписываться на наш канал. А я пошла. Пока. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.